Православные христиане всего мира отметили Светлое Воскресение Христово. Главное пасхальное богослужение в Десногорске прошло в ночь с 1 на 2 мая в соборе города. Его возглавил епископ Рославльский и Десногорский Мелетий. Под песнопение соборного хора был совершен крестный ход. По традиции, за пасхальный, за утренний было прочитано слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Также архипастырь осветил артос, яйца и пасхальные куличи, принесенные верующими. Призываю каждого из вас на крещенного славе приступить сегодня в чаше Господь. Но поскольку так уж получается, мы с вами община очень грешных людей, я призываю каждого раскаяться перед Богом. Пасха – самый популярный религиозный праздник у россиян. Его отмечает более 80% наших граждан. Первая неделя после Воскресения Христова, Светлая Седмица, наиболее торжественная. На всем ее протяжении богослужения в храмах в точности повторяют молебны пасхальной ночи.